Я вот только одного понять не могу. Почему вас в нашем институте интересует именно Никитина? Такая знаменитая женщина. Да, обыкновенная женщина, даже хуже. Да ну что вы, весь мир следит за таим дыханием, как она ловит солнце. Ну все мы чего-нибудь ловим. А тут же совсем другое. Да какое другое дело, какое другое дело? Ловить солнце всякое может. Вы солнце не поймали, вам же никто ничего не сделает. Но вот попробуйте вот эти склянки для этой ловли не организовать. Так вас, знаете, ужас сколько хлопот совсем. Вот они, незаметные герои. А мы вас тоже можем снять. Как снять? За что? Нет, в кино. В кино? Ну, нет, ну зачем? Я вам лучше буду поставлять научное барахлишко. Реквизит таскать. А что у вас есть? Пойдем покажу, аппаратики такие, ахните. Так что, вот вы помогите нам, а мы вас оформим консультант. Работы много? Да нет, да вы организуйте нам склянки для съемок. Ну, подходящий. Я вам так скажу, по-моему, где бы ни работать, только бы не работать. По этому вопросу все. Пошли. Товарищи, я... закругляюсь. Я ученых знаю, понимаете, как облупленных. Это что такое? Это наш консультант Бубенцов. Бубенцов? Работает, понимаете, на всем готовом. Я им все обеспечиваю. Аппараты, агрегаты, полный порядок. Открытие? Че, открытие, открытие. Они без меня банки консервов не откроют. Спокойно. Вопросы будут? А вы сами-то кто будете? Я буду ученый-консультант по научной части. Дальше, товарищи. Как они, значит, работают? Очень просто. Я все их секреты знаю. Вот так. Сел, задумался, открыл. Понимаете, самое главное задуматься. Вот так. И полный порядок. Пифагоровы штаны на все стороны равны.